Первое, что мы скажем, ребят, сегодня я буду играть с удовольствием и долго. А, к сожалению, не могу включить звук игры громче, потому что меня иначе засекут. Я двигаюсь уже по отработанному сценарию. Смотри, вот этот вот коридор, он хорош тем, что, как и любой коридор, два варианта, откуда по тебе откроют огонь. Сзади или спереди. Так, готовим прицел. Причем, ребят, господи, смотри-ка, я вернулся назад случайно. Так, вот здесь у нас сейчас вылезет, мы его сразу. И этого сразу. Там у нас будет аптечка, так что не страшно. Собираем. И смотри, что я понял. Я понял... Песочек, смотри, какой песочек. Дай походим по песочку. Я понял, что нам надо просто продержаться. Вот он говорит, что он там как-то это самое... Какой-то защитный код там или что он обработает. А, вон, видишь? Значит, к нам летит вертушечка. Мы отсюда видим. А Катя... Вон, Катя уже палит. Ага, я понял, понял. Не спеши, не спеши. Не спеши. Я терплю, терплю. Ну ладно, значит... смотри-ка. У нас уже дела-то плохи. Нам знаешь, куда надо? Нам надо вот сюда. Вот сюда, ребятушки, по-любому. Ну ничего. Ничего, еще разок. Сейчас внимательно, без всякой спешки. Слава богу, что мы здесь, ребят. Да, тем, кто читал «Остров сокровищ», я все-таки это давай. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо. Да, они так, знаешь... Это рискованно, но думаю, я сумею... Все-таки надо отдать должное, что вот эти вояки, они очень упрощенно выражаются. И от этой упрощенности, от этой простоты есть некая... Ну, в общем, да, это просто замечательно. Это что? Да ничего, и оглянуться не успеешь, что произошло. Давай. Ну, орут они, конечно, душераздирающие. Смотри, какой вид потрясающий. Смотри, а? И мы ведь туда можем пойти. Так, давай туда мы и пойдем, но не сразу. Здесь, главное, пичуги фьюят. Не сразу. Так, вот смотри, смотри. Нам надо поближе к аптечке. Сразу же передвинуться. Аптечка у нас вот здесь. Так, этого мы прикончили. По идее, в принципе, нам нужно здесь всех покрошить. Всех, кого высадили. А, ну вот этот уже по своим сейчас бомбит. Этот неистовый катер. И сейчас он будет в этот блиндаж попадать. Так, осторожно. Осторожно. Пережидаем. Так, все, здесь у нас вертолет не попадет. Он не может на нас Ну и чё? И где катер? Катер я вообще не могу понять, откуда. А стоп. Аккуратно. Вообще, в принципе, вот этого гада можно сострунить. Сострунил. Так, все. Эта муха улетела. Теперь надо посмотреть. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Быстрее в здание. А как я в здание-то попаду быстрее? Охренеть. Быстрее, главное, в здание. Не надо... А, вон он, катер. Стопочки. Берем снайперку. Ну вот откуда? Понимаешь, вот отсюда же? Вот он, что ли? А ну-ка. Тихо, спокуха. Дрыгается, ужасно дрыгается прицел. Блин. Или у меня мышка кривая, или что? Ну смотри, что творится, а. Блин, а это не он, наверное, я так думаю. Может, вот так прилечь лучше? А так, блин...
собака. Вот сволочь. Это я на легком уровне пройти не могу. Так, ну, в принципе, так план ясен. Ладно.